Ну давай, поболтаем. Кстати, его голос — это какая-то говорилка. Смотрите-ка, а тут у нас закрыто почему-то. Может быть, тут что-то есть? Раз так закрыли. Еще ящики вам какие-то поставили. О, да. Батон, аптечка и палка колбасы. Это было достойно. Что у нас по заданиям, в общем-то? Пробраться в саркофаг к черному монолиту. То есть нам, по сути, все, бежать туда наверх. По стволам у меня. СВУ. ФТ. Ого, а че она такая убитая? Это плохо. Отсюда мы можем куда отправиться? Янтарь, холмы, болото. Я на янтаре, и мы снова возвращаемся в здание, в котором якобы лежал экзоскелет. Страсти не утихают, и все-таки якобы он тут. С помощью демо-рекорда, посмотри, по-моему, да, там все-таки что-то есть. Да, правда, экзоскелет. Комментатор не врал. Но я не думаю, что он врал, я думаю, что может быть, в другой версии было, а в этой нет. В какой-то полке, говорит, на зеленой полке. Но это все-таки не полка. Если бы он сказал, на зеленых серверах каких-то, это еще было понятно. Ну ладно, спасибо большое человеку за подсказку, в любом случае, благодарю. Теперь как-то этот экзоскелет каким-то образом надо достать. Ого, вот так вот можно, да? Это у нас экзоскелет PNB-4U. Базовый прибор ночного видения заменен на более современную модель с цифровой фильтрацией сигнала. А остальное описание у них одинаковое, Кейти. Характеристики, скорее всего, я подозреваю, тоже одинаковые. Сейчас просто он сломан. И на стандартном экзоскелете, который мы нашли с вами на водонапорной башне, действительно, PNB плохой. Как видим, изображение нечеткое, фильтр зеленый. А вот тут, шикарнейший цвет PNB. Я помню, когда-то еще немножко так задумывался, а стоит ли мне менять броню наемников на экзоскелет из-за PNB. Потому что там-то PNB был фиолетовый, у наемнической улучшенной брони. Ну, конечно, слишком много плюсов у экзы было по сравнению с этим. Но так, нам надо в бар починиться, подлататься. В любом случае нужно. У нас тут ФНК убитая. Причем, скорее всего, два ствола надо будет брать. Но экзоскелет опять же починить. Думаю, что стоит небольшой респект выделить разработчикам за то, что они вот такие тайники делали. Потому что это правда уважаемо, это приятно. Сталкерская душа радуется, когда находит какие-то тайники. Тем более такие экзоскелет. Привет, сталкер. Подходи, поговорим. 6 тысяч починка брони. Но тут нечего делать, придется чинить в любом случае. Подожди, что я только что починил? Артефакт? По-моему, я только что починил артефакт. Во втором слоту что-то там было написано. Видимо, он может ломаться, ну, если это так, то в любом случае, конечно, чиним. 1000 рублей за ФНочку. Но остальное, я думаю, можно продать. Подходи, сложенный поговорим. Боевой винчестер. Он опять-таки неплох, как будто крутой, уникальный ствол. Но то, что я нашел его у рандомного какого-то бедолаги, да и сейчас уже нет смысла играть с дробовиками, как мне кажется. Итак, какие там характеристики у нас? 50-50, 90-80, 50-50, 90-80, ну то же самое. Да, абсолютно то же самое по характеристикам, учитывая, что мой на 1% сломан. Единственное, что крутой PNV, так что... Рад тебя достойно видеть. Продаю свой старый экзоскелет. Кстати, при этом почему-то улучшенный экзоскелет стоит дешевле 6500, тогда как обычный 9800. Но по характеристикам они опять же абсолютно одинаковые. Продаю, потому что я... Да зачем? Он мне, правильно? Правильно. Жаль, что мы по итогу вот такой ствол не достаем. Либо он очень во вкусном месте где-то спрятан. О, кстати, РПГ. Ну, мне уже как будто и не надо. Хотя там по-любому будут какие-то вертолеты, не вертолеты. Это ж конец игры, понимаете, в чем дело? Под конец игры почему бы и не взять. Оказывается, что там в видении карлика я пропустил миниган где-то. То есть можно было в том потустороннем мире в прошлой серии найти миниган. Ну ладно, я не расстраиваюсь сильно по этому поводу и отгружаться уж точно не буду. Потому что с миниганом мы поиграли, он у меня есть тем более. Пропустил и пропустил. Опять у меня дверь открыта. Кто лазит? Написано же, посторонним вход воспрещен. Нет, кто-то ходит. Ракета, правда, только одна. Ну, ПЗРК, игла я даже смысла брать не вижу. Но мы в любом случае можем скрестить пару сильных артефактов еще. У нас есть слабый гравиард, как раз два. Использовать. Раз, два, три. Раз, два, три. Все, еще два сильных гравиарда. Очень много добра. Если все это продать, то это на достаточно хорошее количество денег. Телепатия на всякий случай взять, мало ли что там будет. 31 колючка, которую я так и не продал. Кстати, а вот гаусс-аккумулятор я копил всю игру. А зачем? Я их возьму, пожалуй, если там я гаусс-пушку подберу какую-то. Мало ли что. Ну и по факту, наверное, при том же наборе и остаемся. И калаш я, наверное, точно брать не буду. Я точно брать не буду. Дезинтеграторов под конец игры, по итогу 5 штук. Ну и, наверное, экспериментальную грозу также возьмем. Захватим, так сказать. Потому что это все, это поход в один конец, как я понимаю сейчас. Значит, берем по максимуму арсенала. Да, килограммчики значительно, конечно, нагружают меня. Можно убрать на разрыв, поставить 2 арта. 115 килограмм. Арты на хп убрать на крайняк. Потому что, если так подумать, фактически, они, ну, не очень нужны. Обычно аптечки, коих в обилии, намного легче подлечиться. Все, вот такой наборчик. Очень много чего с собой взял, на всякий случай. И гранатомет с двумя зарядами. СВД-ху разряженную. СВУшку заряженную.
И другой ствол на крайняк. Ну, у него неплохой урон, подойдет. Все, поехали. Прощай, убежище. Скорее всего, вижу я тебя в последний раз. Вот такой набор тут остался. Гравитационным дробовиком я толком-то и не поиграл. Очень много водки, не водки, селедки. Много чего, да. Артефактов целая куча. Вот повезет тому, кто эту нычку потом себе получит. Также бармен кому-то отдаст через год. Или думаете, бармен предварительно обчистит ее, прежде чем кому-то отдать? Вполне вероятно. Какой-то странный домишко. В пристройке куча газовых баллонов, перевернутая машина, контейнеры. А что было вроде бы? Ай-яй-яй, минус уши. Так, это что такое? Подожди, подожди, мы так не договаривались. А там еще эти идут, кровососы. Все, он заглушил двигатель. Что мне с тобой делать? Гранаты тратить. Кстати, у меня их всего три. Ну, придется, да, грену. Причем он не задымился даже после первой. Стой, он вообще их чувствует? По-моему, ему пофиг. А тем временем ко мне уже эти бегут. Да, только что все просто так потратил, потому что ни от гранат, ни от ракет он даже не задымился. Ему абсолютно пофиг. Ну ладно, самое главное, я дошел. Если тут какие-то нычки, подозреваю, что где-то что-то да может быть. Какие-то сюрпризы, так скажем. Да ладно, 30 патронов он впитал. Да ладно, 60 патронов он впитал. Да ладно, 90 патронов он впитал. Я отказываюсь это комментировать, просто пошли дальше. Вот он, переход на ЧАЭС, где мы должны дойти до саркофага, и там уже что-то будет понятно. Наверное. Еще один ждет, сидит. Сталкер, это бармен. Даже не верится, что ты там, у станции. Если ты все же решишься пробраться внутрь к монолиту, то слушай. Вход в саркофаг находится за станцией, с северной стороны. Двойные ворота. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. С северной стороны двойные ворота. Ну тут есть в любом случае переход. Даже автомобиль есть. И вояки покойные. Ну поехали. Только тут, наверное, и монолитовцы. О, вижу Беттер, кстати. Что-то мне это не нравится. Он может быть рабочий. И он, скорее всего, рабочий, учитывая любовь к Беттерам у разрабов. Ой, а их там прям много, я смотрю. Я уже даже слышу, как кто-то едет. Вот, он решил ко мне поехать. Ну, взрывчатки я с собой взял однозначно недостаточно. Это, я думаю, всем понятно. Он уже по мне долбит. Придется как-то оббегать. Других вариантов нет. Воевать с ним точно не вариант. Что за звуки постоянно срабатывающих аномалий? Так они тоже рабочие. Вон тот в меня целится, по-моему. Ладно, пойдем прорвемся. Боже, что за мясо происходит? Мужики на своей волне. Давайте. Я вас не трогаю, и вы меня тоже. Ах ты, ну ты самый наглый, что ли, или что, я не пойму. Ну вообще здесь, конечно, мясо происходит. Надо было больше брать всяких зарядов. Вояк я маленько подкошмарил. Чё орёшь? А, тут монолитовцы пришли. Там еще один беттер стоит, возможно, тоже боевой. Мне-то по большей степени что, можно пройти? Вы ко мне? Я же вас не трогал, ребят. Мне, да, можно пробежать, особо не реагирую вот на это все. Что у меня по гранатам? А с другой стороны, кстати, можно попробовать вот с этого. Вот так. Ну, как минимум, он начал дымиться. Что уже не может не радовать. Ствол уже сломался. Это какой-то бред. Либо типа из-за того, что в него ударили, попали, либо я даже не представляю, почему он так быстро ломается. Ну, допустим, я выставлю магазин. Еще магазин. Ну да, он очень быстро ломается. Зомби так много. Вот на самом деле надо было миниган брать и не выделываться. Я просто подумал, что это будет слишком банально и просто. Ну, взять миниган, да. Но по факту тут столько этих гадов, что миниган действительно бы пригодился. Среди этого вообще не достреливаю. В целом тут все равно не так жестко, как в ТЧ. Особенно на повышенной сложности плюс одной жизни. Ну я вроде подошел, кстати, куда надо, но не срабатывает. Видимо, придется обходить вот так вот. То есть тут ЧАЭС соединенная? Скорее всего, да. Там тоже беттеры стоят.
Нет, что-то светится. А, это аномалия. Вертолеты тут летают. Вот, например, раз. Вон два. Вон три. Летают очень высоко. А как же я пройду? Жареным мясом запахло. Вкусно. Опять ты, в который надо 90 патронов выпустить. Нет, на этот раз он быстрее помер. Ну давай, как-то аккуратно. Лавируется между аномалиями, но вот этот на проходе стоит. Как ее пройти? А, можно, смотри-ка. То есть к ним довольно близко можно подходить. И вот мы на второй части ЧАЭС, фактически. Более того, тут есть еще и фура для меня. Правда, я бы на ней не рискнул ехать, так она не рабочая. Обманули. Боец монолита, по-моему. Снайпер. Охраняют они свой черный монолит. Он тут не один. И не два. А где еще один? Там еще и РПГшник. Кстати, неплохо было бы его прочистить и забрать себе ракету. Ну ты крутой. Прям четко в меня прилетело. Тогда я просто побежал, пока всем. Опа, гаусс-пушка, кстати, а вот это нам надо по-хорошему добыть себе. От гаусски я бы не отказался, тем более, что у меня есть заряды. Во, у него гаусска. И у этого гаусска. Чего? Как он в раненой анимации двигался? Гаусска упала. Это мне. Чего? Мужики, вы что-то напутали, сами себя подорвали в итоге. Тут вроде подрасчистил я территорию от них. Ого, то есть у тебя еще и ракета была. Артефакты вкусные у них, я смотрю. И у этого мертвого голова. Да и вообще гаусску надо одну какую-то оставить себе. Хотя они, наверное, очень дорого стоят. Может быть. Кассеты присутствуют, поэтому заряжаем. Вот еще один с гауской был. Еще мертвая голова. А у этого ракета. Ну все, можем наконец-то отправляться в саркофаг. Фух, ну и жаришка, конечно. Беттеры, не беттеры. Бояки, монолитовцы. Ого, как быстро перешел. Как-то иначе, кстати, все. Задание выполнено, пробраться в саркофаг. Интересно теперь, куда конкретно надо пройти. Ого, но монолитовцев тут, понятное дело, будет очень много. Вперед тут некуда идти. О, железный ящик? По-моему, я раньше их не видел. Кстати, кто-то обратил внимание, что в игре нет снорков. Это правда. Якобы вот в ТЧ-концепции снорки уже появились, а в Oblivion Lost Remake снорков не было. И поэтому их и тут нет. Тут что, можно выше? Нет, можно ниже. Тут тоже можно ниже просто. В итоге меня закидывают в какое-то супер радиоактивное место. Может, тут будут какие-то сюрпризы? Аптечка, аптечка, препараты антирадиационные. Препараты от радиации. Так, ну и походу я отсюда спустился или как? И, кстати, какой-то другой у них звук выстрел, да? В оригинале все-таки посмощнее звук. А куда они? Как-то... Так, это я вниз прыгнул, а если я сюда залезу? Спущусь. Нет, не перейти. А, ну типа вернуться. Все, понял. Тоже крутые арты. Ну понятно, это уже серьезные монолитовцы. Кстати, гроза другая. Ну будем отбиваться, что еще делать? Тут вроде все. Слабый гравиард. Ты хочешь, чтобы я себе еще под конец игры сделал? Сильный гравиард. А зачем я это все подбираю, в принципе? Грозы и так далее. Чисто ради патронов, разве что. Здорово, ты че это? Сидит тут, отдыхает. Кровососик. Народу тут еще много. Прям очень много. Чувствую, кровушки они меня попьют. Кстати, ГПшка, я ее так ни разу в руках даже, по-моему, не подержал. Как она хоть выглядит? Ну так, стандартно. Ничего особого. Звук выстрел, кстати, мне больше нравится, чем на ФТшке. Здесь уже можно гаусс-пушкой поорудовать. Выходите, выходите. Молодцы. Вот еще.
Сейчас я их так всех попереубиваю, если они дальше будут выходить. Один человек по контактам вообще остался. Но как видим, особо народу-то меньше не становится. 4 человека еще. Суммарно, если так посмотреть. Но с другой стороны... Разносятся они добротно. Гаусс-пушка вообще красота. У этих... Ого, черные капли. Не двигаться. Ну, конечно, в оригинале монолитовцы поатмосфернее. Разговаривают и так далее. Здесь где-то сидит. Чего ты меня? Не вижу. Пожаловал лошок, они еще и обзываются. Вот это, честно говоря, очень обидно. Зачем меня так называть такими словами? План перезарядочка. Обыскивать даже особых смысла не вижу. Вот и все, дышим глубже. Дробовики тут какие-то у них крутые. А здесь какой-то... Отряд прям сидит. Даже экзоскелетники сносятся, это прекрасно. Так боюсь посмотреть, сколько будет стоить починка этого ствола, если я дойду до бармена. Но с другой стороны, это, наверное, уже финальная серия. Поэтому какая, собственно говоря, разница? Черепов уже набрал 6 штук. Чего ты меня? Ну, у них тут, конечно... Мне нужно что? Найти черный монолит. Аж 3 артефакта. Причем, опять же, 4. Ну, если мы считаем эти обломки за артефакт. Найти черный монолит и разгадать загадку зоны, правильно? Кстати, больше никого по карте. Тут дверь открывается? Нет. О, телепорт какой-то. А куда он переносит? В самое начало, что ли? Как будто бы нет, но... Но мне кажется, я тут уже был. Да, это самое начало. Подожди, тут спуск обратно. Не, я вначале не хочу. Подожди, отгрузочка. Заново все проходить. Давай мы тогда в этот телепорт не полезем. Дальше ищем. Вообще, по идее, вот тут выход к монолиту черному. О, подожди, а как к нему подняться-то? Вон там еще какой-то проход есть. Опасная радиация. Работает лестница? Работает, но забираться к ней сложнее, чем в оригинале по итогу. Ого. Какое-то здесь поле непонятное, аномальное. К которому даже подходить стрёмно. Точно ли мне нужно к тебе? Во-первых, тут артефакты. Болт, обломок... Все, да? Ну, гранатометчика снял. Зато снайпер не снял. Еще кто-то? Вроде нет. Я просто хотел посмотреть, что за арты. Ну, вроде обломки какие-то. Жабий глаз, то есть не ртутный шар, да, ничего из того, что мы ранее не встречали. Хотя было бы здорово тут встретить какие-то арты, ранее невиданные. Но эти обломки мне не очень-то и нужны. Давай загадаем, если возможно. Как там? О, нажал F. Тут, скорее всего, стандартная сценочка, да? Дай мне богатство, бессмертие. И так далее. Я хочу, чтобы зона исчезла. И игра влетает. Но взамен он ослеп. Это у нас, ну, наверное, плохая концовка все-таки. Главный герой помирает. И, конечно, мы никакое желание загадывать не будем. Кстати, интересно, от каких условий зависит «хочу, чтобы зона исчезла». Есть же условия получения концовок. В оригинальном ТЧ их очень много, этих концовок. Сколько там? Ну, 5 штук точно есть. Так, а с другой стороны, что мне тут делать? Ладно, давай сходим в эту сторону. Потому что я тут зеленое освещение видел. Интересное такое. Вроде больше ничего, если так оглядеться. Могу ли я подойти сюда, и что будет? Меня перекидывает. Ё-моё, я где? Мне уже страшно. Я на кордоне.
Новое задание — пробраться в бункер. Журналист. Стрелок. Похоже, все пошло не по плану. Монолит не дает проникнуть в центр управления. Послушай, в той лаборатории под радаром есть скрытое помещение. Из тех записей, что ты мне дал, понятно, что именно там находится управление питания монолита. Доберись туда и отключи его. Код от двери 5489. Да, и сталкеры сейчас будут к себе неблагосклонны. А это еще почему? Вообще не понял. Давайте замерим, как быстро я дойду. Бегу и включаю секундомер. Прям интересно. То есть мне надо вернуться, по сути, на радар. При этом пройти через военный блокпост. Опа. А что там за шмальба уже идет? Куча крыс напала. В этой суматохе я просто пробегаю, даже не обращая внимания. Контролер. Кто-то мне писал, что я зря машину отсюда увел, потому что как раз сейчас я мог на ней проехать. А с другой стороны, знаете, мне и так нормально. Пробегу. Сталкеры реально враги. А, ну получается, я и в бар вернуться не смогу. Ну да, починиться там все дела. Стоп, а долговцы тоже враги? Там же их целая куча. Придется на агропром, походу, идти. С агропром на янтарь. А жаба нейтрал, кстати, остался. Видимо, потому что фракция торговец нейтральна ко всем. Никаких ни диалогов новых, ничего. Голос пушку продавать особо желания нет. Консервных банок чуть-чуть собирал. Да это у тебя консервные банки продаются. Сидишь на севере зоны, фактически. Торгуешь фигней. Ну, вот я и дошел до перехода. Заняло это у меня 11 минут 10 секунд. С кордона. Нормально так побегал. Так, тут кто-нибудь будет? Будет, конечно. Как-нибудь. Они либо новые, либо это одни из тех, что я оставлял. Нравится мне в них с гаусски стрелять. Поэтому именно этим продолжу заниматься. Вообще тут просто вниз, по-моему, надо спуститься максимально. И ввести код. Вот тут мышка меня ждет все так же. Какой код там говорил там товарищ? 5489. Закончился контролер очень быстро. О, тут еще и бюрер будет, я понял. Кстати, это центр управления, который мы по итогу видим как раз-таки после саркофага. А тут его перенесли в это место. Вон там уже видно какое-то фиолетовое свечение. По заданию нам надо сюда. Плюс видим, кстати, покойников каких-то. Ученые. Просто ученый, ничего особого в нем нет. Вот это прилетело мне по лицу. Так, по факту. Понял. Отлично, теперь слушай. Проход на генератор свободен. Монолит больше не удерживает его. Проход находится на АЭС. Удачи тебе, стрелок, надеюсь, ты найдешь, что искал. Угу. Это получается, могу возвращаться. А вот эти приколы сломать. Что-то мне это даст? Нет. Но здесь есть ПДА, кстати. Все, сломал. По поводу ПДА. Просто ПДА. Никакой инфы даже нет. Странно. Конкретно тут что-то поискать надо ли? Даже тухловат в какой-то степени. Пришел, нашел, ушел. Правильная схема? Вроде правильная. Ну ладно, что ж, если так. Кстати, еще какой-то ПДА. Тоже просто ПДА. Ничего интересного. Значит, возвращаемся. Той же дорогой надо бежать. Получается, в Припять. ЧАЭС, пробегать снова всю ЧАЭС. И в тот же самый телепорт, который теперь меня перевезет дальше, по идее, да? А, нет, там должен быть другой переход именно на ЧАЭС. То есть вот ЧАЭС, а вот тут переход. На генераторы. И мне как раз таки туда, на генераторы. Че, бегаешь? А что за звук-то? Как будто я что-то страшное сделал. Даже химера с одной тычки отлетает. Замечательное оружие. Кто это красный? Монолит, друг? В смысле монолит, друг? Вот с этого вам с этого момента поподробнее можно? А ну-ка. Хочешь поторговать? Да. Данил Ремба хочет поторговать. А ну-ка иди сюда. Чё тебе? А ты вроде поторговать хотел. Ха! Кстати, я бы лимонки купил, чтобы беттеры там взорвать все. Что нужно стало? Лимонку. Мужик, ты горишь. Смотри, он болт кидает. Чё тебе? Он думает, что здесь аномалия жарко. Как у них интересно построено, кстати. Или костер использует тот же самый огонь, что аномалия жарко, как бы. И логически у NPC в голове, что что-то тут не так. Так, а тут что происходит? Опять куча полтергейстов этих, контролеров. Да мне по большей степени по барабану, правильно? Мне просто пробежать вперед. Вроде торкает ее от выстрела голос пушки, но взрываться не торопится. О, понятно, тут теперь сталкеров целая куча. Все они для меня враги. Сталкеры, долговцев я там видел где-то. Они, наверное, теперь меня за монолитовцев воспринимают с этой пушкой, наверное. С этой пушкой, может быть. Другого у меня предположения нет, почему они на меня так реагируют. Здорово. Журналист. Стрелок, выход генератора находится за станцией. Ты можешь заметить рядом с ним колонну техники. Будь осторожен. Ну, у меня и так был переход. Ну, ладно. Спасибо. Теперь точно знаем, куда идти. Нормально ты так залез. Мне интересно, могу ли я с такой дистанции сбить вертолет? Могу. То есть так далеко я могу сбить верт? Жесть какая-то. Ну еще так долго падает. Какой Ванюк? Он тут верт до сих пор падает.
Не знаю, они так далеко. И ломаются. Какой-то ужас тут творится на локации. Я, пожалуй, игнорировать их всех буду. И чисто побегу по заданиям. Зеленые. Да, монобитовцы, друзья. Интересно, почему они такими стали? Типа, вот я посетил локацию и все. Ну, не знаю. О, все ко мне бегут. Тут машина может быть рабочая. Ну и вот колонна техники, о которой шла речь. Ой-ой-ой. Тут и псевдо-гиги, и кого только нет. Просто какая-то жесткая вакханалия. Пока, контролер. Всем пока, сейчас не оставаться. Да мне на всех них патронов не хватит. Найти вход, новое задание. Локация генератора, настоящий центр зоны. Они как все думали, что там ЧАЭС или Припять. Нива взорвалась. Именно отсюда. Я так понял, ученые создания смогли подключиться к ноосфере и воздействовать на нее по-всякому. Красиво, красиво. Так, а где у нас вход? Наверное, тут где-то. То есть нам прям на ту сторону бежать. Вряд ли я могу прям на само поле выбежать. Мне кажется, меня там излучение какое-то убьет. Ну вот какие-то постройки. Но это явно не вход в лабораторию. Здорово, зомбики. Как вы тут? Вот это его пришибло. Что в подвале? Ничего. Опа, сильный гравиарт. Выглядит очень красиво. Такой светится с эффектами. Не как обычный слабый, который просто валяется бледненький. Кто здесь? Зомби. Найти вход. Да, тут его видно. Представляешь, зомбики охраняют. Не монолитовцы, а зомби. Но чего монолитовцам охранять? Мы с ними друзья теперь. Еще и Беттер. Скажите, что он стреляет. И за ним сидит зомбак и стреляет, правда? Я правильно понимаю? Потому что я был бы рад просто прыгнуть в лабу и все. Для сражения с Беттером. Ты живой? Ствол вниз. Подходим. Слава черному монолиту, они не активировались. Так, тут кто-то есть. Представитель осознания. Оттуда пришли, значит, идем вниз. Найти и уничтожить сущность, называемую осознанием. Но на карте мы его уже видим. Детекторы аномалий. А зачем они нам? Почему у меня их вообще стоит? Три штуки целых. Они сразу в слот идут. Детекторы аномалий, да, два. Лимонки. Подожди, это улучшенный детектор? А почему я его не нашел по итогу? За всю игру. То есть он лучше. Устройство определяет наличие аномальных полей возмущений, при обнаружении издает звуковой сигнал. Для работы необходимо активировать, поместив прибор на пояс. Количество определяемых зон 3, радиус обнаружения 10 метров. А этот, наверное, хуже. Определяет не все аномалии. Ну, наверное, хуже, раз этот ДА-1, а этот ДА-2. Может, его можно было купить у Сахарова, просто я не обратил на это внимания. Допускаю такую возможность. Ну, вообще странно, что под конец игры я только нашел. Где же нам искать-то представителя осознания? Похоже на запасной выход из лаборатории. Так, мы все имеем в виду, что он тут есть. И думаем, куда идти дальше, потому что пока непонятно, где искать этого представителя его сознания. Казалось, что тут, но нет. Во, проник, по-моему, в нужную комнату. А вот и черный монолит. Уничтожить его так насколько нельзя. Пойдем в ту дальнюю комнату. Или мне именно с этим фантомом надо поговорить? Тут еще скелет какой-то. То есть, либо кто-то до меня уже сюда приходил. Вот он ты. Еще второй желтый кто-то появился. Еще один представитель. Вы меня теперь еще и слать будете по всей локации? Ты все-таки дошел, сталкер. Ты оказался намного сильнее, чем нам вначале казалось. Ну что ж, пришло время поговорить. Иди на сигнал, мы будем тебя ждать. Иди на сигнал, мы будем тебя ждать? Ну, наверное, на новый, который появился. Темнее, что ли, стало? А если я подойду к этим голограммам? Ничего не будет. Ого, это вас тут много, я смотрю. Вот они. Здравствуй, стрелок. Я вижу, у тебя ко мне много вопросов. Их тут прям, смотрю, много. Раз, два. Они стоят у приборов. Из-за того, что они зеленые, скриншот плохой получится с ними. Здравствуйте. Кто вы? Мы осознание. Группа исследователей, которые поставили перед собой цель изменить мир. Известно, что Землю окружает особое информационное поле. Ноосфера. Она тесно связана со всеми разумными существами на планете и хранит все их мысленные образы. Мы решили подключиться к ноосфере и внести в нее изменения, убрав все темное, что породило человечество, сделать мир идеальным. Ни один человеческий разум не обладает достаточной мощью, чтобы взаимодействовать с ноосферой. Поэтому мы объединили наше сознание. Что такое зона? Почему она возникла? Зона – это результат вышедшего из-под контроля эксперимента с ноосферой, информационным полем Земли. Мы собирались подключиться к ноосфере, чтобы исследовать возможность влиять на нее. Однако во время эксперимента произошел пробой, и энергия ноосферы хлынула на Землю, меняя все вокруг. Так образовалась аномалия, которую вы называете зоной. Что со мной произошло?
Ты выпавший из механизма винтик. Во время одного из походов к центру зоны ты слишком близко подобрался к нам. Наша защита от проникновения считалась совершенной, но тебе удалось найти путь, о существовании которого мы не подозревали. Допустить, чтобы нашу тайну узнал кто-либо еще, мы не могли. Человечество пока не готово узнать правду о причинах появления зоны. Поэтому мы немедленно стали кодировать наших агентов на твое уничтожение. По невыясненной причине оборудование дало сбой, и мы не заметили, что ты сам оказался в числе сталкеров, которые попали под наш контроль. В результате ты получил задание убить самого себя. Почему все произошло именно здесь? Чернобыльская АЭС была наиболее подходящим местом для наших экспериментов. Во-первых, после аварии 1986 года здесь осталось очень мало людей. Поэтому мы могли работать без опаски. Во-вторых, станция обеспечивала нас энергией, необходимой для работы установок. В-третьих, рядом со станцией находились мощные антенны, которые использовались в экспериментах по воздействию на сознание людей. Катастрофа 1986 года тоже ваша работа? Нет, мы здесь ни при чем. Наш эксперимент начался уже после аварии на Чернобыльской АЭС. Что означает татуировка «Сталкер»? «Сталкер» — это название программы по кодированию человека на выполнение определенных задач. На подходах к центру зоны мы расположили несколько ПСИ-установок. Самая крупная из них известна вам как «Выжигатель мозгов». Все, кто пытается пройти к центру зоны, попадают под наш контроль. Затем они проходят кодирование, становятся нашими агентами и получают татуировку «Сталкер». Рассылая их по зоне, мы влияем на ход событий и обеспечиваем свою безопасность. Что такое грузовики смерти? Это транспорт, которым мы доставляем наших агентов в разные части зоны. Агенты внедряются в среду сталкеров и выполняют задачи, на которые они были запрограммированы, даже не подозревая об этом. К сожалению, более половины агентов при транспортировке погибают, так как зона очень нестабильна. Что дальше? Что будет дальше, зависит от тебя. Зона медленно, но неуклонно растет. Наших сил едва хватает на то, чтобы сдерживать поток энергии ноосферы. Ты можешь присоединиться к нам. Наши силы возрастут, и, возможно, мы сумеем взять его под контроль. Ты можешь уничтожить нас. Тогда энергия ноосферы беспрепятственно потечет в зону. И к чему это приведет, неизвестно. Я согласен присоединиться к осознанию. Пошел процесс. Чего это такое? Я ж согласен, значит, мы сдерживаем ноосферу. Или я нажал случайно «не согласен». То, что звучит, падает напряжение гравитационных полей, зона затихает, мутанты гибнут. А, то есть вот, видишь, все-таки присоединился. Это что за страшилка? Глаза какие-то котячие. Не знаю, почему все это без звука. Все. Ну, вроде как концовка, кстати, не самая плохая. Ну что, еще раз разговариваем? Я отказываюсь. Я в запасной выход, всем пока. Не понял, почему ты не могу? То есть они типа не сдержали поток ноосферы, правильно? Ну, по идее, я должен был в безопасности в лаборатории. Ой, его можно убить. Вот это интересно. Что у него там? Ничего. А, да? Вот так надо было сделать, выбраться из лаборатории теперь. Все, да, теперь можем. Ой-ой-ой-ой-ой. А куда именно идти? Во. Пошла катсценочка снова беззвучная. И опять, кстати, топаю по кордону. Но через тоже в то же время показывают. Ну что, как вам? Пишите комментарии. Понравился ли вам концепт этой модификации? По сути, концепт начального сталкера в какой-то степени. Возможно, в параллельной вселенной именно такой сталкер вышел по итогу, а не то, что мы видели ТЧ. И уже от этого вышли там ЧН, ЗП и так далее. Он, кстати, уходит из зоны. Вот, смотри, он на выходе из зоны стоит наш сталкер, Мессер. Ну и вертолеты хлынули в зону. Но получается все, сознание уничтожено. Ну либо я их просто не тронул и ушел. Я немножко не понял, но по-моему именно фантомы все померли. Я не знаю, правильно я поступил или нет. И, наверное, никогда не узнаю. Но я сделал выбор. Надеюсь, он был верным.
Вот и все. Теперь мы точно посмотрели все концовки, которые есть. Старался смотреть контента по максимуму, тайников обыскивать по максимуму. Все равно, конечно, есть упущенные в небольшом количестве. Но, тем не менее, основную часть контента я точно посмотрел в этой модификации. Опять же, пишите, что думаете. Лично мне мод понравился и по 10 балке, если так оценивать, в модах на Сталкер. Ну, я думаю, на 8 точно тянет. На 8 тянет, 8,5 может быть даже. Из-за того, что мне не очень зашло, это варка. Я обожаю варку артефактов, как я говорил ранее. В NLC шикарная система, наверное, лучшая система варки артов, чем где-либо. А тут как-то она очень странно сделана. То есть есть какой-то прибор, да, неплохо. Но именно рецептов мало. Арты, которые получаются, довольно скудненькие. Арты на ХП вообще как будто бы не нужны в этой игре. То есть вот даже черные капли, 250 здоровья, казалось бы, много. На фоне бублика там какого-то с 67 здоровья. Но все равно мало. Даже две черных капли очень-очень медленно восстанавливают здоровье. Может быть, даже медленнее, чем одно лобать мясо из оригинального сталкера. Поэтому, не знаю. Черепа эти тоже не особо нужны были. Как видите, с двойными пустышками спокойно все пси-моменты пробежал. Контролеров этих там куча и так далее. То есть череп как будто вообще в принципе арт не нужный. А так, ну неплохо, неплохо. Ждем версию 3.0. Надеюсь, она выйдет в течение года. Возможно, тоже заценим. Опять же, пишите свои комментарии. Можете также в комменты предлагать, что мне пройти теперь из того, что я не проходил. Можете как-то аргументировать это, потому что многие почему-то хотят, чтобы я прошел ОП или Солянку. И прям пишут, пройди, вот-вот. Поэтому. Вот будет интересно почитать, что думаете вы. Всем спасибо, счастливо. Ссылка на плейлист в описании. Хотя зачем она, если вы финальную серию посмотрели. Смотрите мои другие прохождения по плейлистам. Вступайте в телеграм-канал на всякий случай. Всем пока.